Так, доброе утречко, ковбой проснулся у нас, как обычно. Пришел, не по... А ты кто? Здорово, малой. Ты что, собака или кто? Ты кто, пес? Тебе что надо от меня? Ты поиграть хочешь, маленький? Ты поиграть хочешь или нет? Видимо, маленький не хотел со мной поиграть. Соответственно, рано еще тебе умирать. Поднимайся. Wake up, мистер Смертник, wake up. Малой! А ну назад туда пошел, пошел вон туда. Вылез он тут, понимаешь, ля? Так, кассету надо бы где-то найти. Привет, я Бобби Обнимашкин. Хочешь знать, как сильно я тебя люблю? Я люблю тебя до Луны и обратно. Ты сводишь меня с ума! Без тебя я в растерянности! Меня потеряли уже очень давно! Возьми меня с собой! Ты ведь меня не оставишь? Бобби Обнимашкин, блин! Бобби Обнимашкин, ты мне... Так, где мне кассету-то найти? Уже ли здесь где-нибудь? О! Вот она, кассета-то где у нас? Искал, искал, не мог найти. А нужно было лишь чуть-чуть мне дальше тут взять и пройти. Okay. Ладно, это код Дремонт. Эксперимент по номеру 1188. Как его зовут по-настоящему? А, хорошо. Ну, привет, Тео, как поживаешь? Обычно этим занимается доктор Сойер, но он... Сейчас не работаем, скажет так. Так что пока ему не найдут замену, с тобой буду я. Для начала мои поздравления. Прошло ровно 4 года с тех пор, как ты живешь в новом теле, и ты отлично справляешься, дружок. Слышал, что после того, как ты и другие улыбающиеся зверята, ну типа пекло-пес, свинка капризулька, тра-ля-ля, появились в приюте, у тебя не получалось наладить отношения с детьми, как у других. А сейчас что? Дети тебя обожают, тебя и твой красный дым. Понимаешь? Это же супер. Как твоя штучка для голоса? Еще сломана? Это тип, спаси от нас. Тео, тебя никто не спасет, твое место в тюрьме. Мы будем тебя выводить, украдь не встретить с детьми в приюте. Но твой дом тут. А твой прототип живет в лаборатории. Такова твоя судьба. Привыкай. Так, где наш Бобби Обнимашкин? Бобби! Бобби! Иди ко мне. Так, что у нас тут? Бобби! Пошел вон отсюда, кому говорю! Плохой пес! Я понимаю, тебе хочется обнимашек. Какого фига? Пошел вон, говорю. Чё ты здесь лазишь? Вообще ничего не вижу. Бобби! Домой, Бобби! Да вас чё так много-то? Второй давай тоже отсюда вон пошел. А то ходят здесь, расходились, ты посмотри на них. Обнимашек надо. Вот с друг другом и обнимайтесь. Чё? Да блин, вас откуда? Ты куда бежишь-то? Выход не там. Когда ты убежал-то, а? Не, что-то их чересчур многовато. Подожди-ка. А мне-то куда? Отстань! Подожди, тут выше можно же. Все, давайте прощаться там с друг другом, пообнимайтесь, нормально все будет. Так, ну давай сюда пойду. Пошел вон! Обнимашки! Сейчас, наверное, за мной покатится. Так, ну мне, видимо, вниз. Потому что здесь нет нифига. Ну пойдем вниз сходим. Опа! Так, я так понимаю, тут еще та веселуха сейчас будет.
Не рычи на меня! Подожди, мне сюда, наверное, что-то поставить надо, да? А как вы сюда проходите-то? Так. Давай-давай-давай, стаскиваем. Отлично. Одну штуку запустили. Теперь надо, видимо, вторую запустить. Так, я здесь же пройду до нее. Где ты? Обнимашкин! Аж мимо меня пробежал, ты посмотри на него. Ну ладно, ладно, поднимусь, так уж и быть. Так, где он? Пошел вон! Так, а как я туда сейчас проходить должен? Так, ну, наверное, вот здесь где-то по центральной. По центральной я пойду. Может, я туда пройду. Подожди, что-то я не понимаю, дальше-то что? Пропустил немножечко. Немного пропустил. Настало время жатвы. Тело еще свежее. Так, все, пошли, пошли, давай. Беги, беги, давай на перегонки, кто вперед, тут молодец. А, стой, так они у меня это же, запущены все. Так, здесь я не пройду никак. Подожди, то есть, в смысле, с кубиками у меня типа все уже упали. Поклонитесь прототипу. Разве он не чудесен? Так, значит, двое идут эти уже. Может быть, мне на эту штуку надо залезть или что? Так, тоже уходи. Отстань. Да... да вы надоели мне, слоны. Просто на ровном месте, как обычно, где-то застреваю. Сила в инновациях. Инновации. Мы рождены заново. Для того, чтобы творить. Я врубил все эти штуки. Уползать мне отсюда по-любому не надо никуда. Или надо? А, может быть, мне сверху надо пройти и там просто перепрыгнуть взять? Наверное, так оно и есть. Вот. Так, и здесь платформа начала ездить. Катимся, катимся, катимся вперед. Как же надоел мне этот дымоход. А мне точно вниз? Почему я именно вниз побежал, а не вверх? Может быть, потому что сверху тупик? Наверное, именно поэтому я побежал вниз. Так, отсюда я вышел. И вниз я пошел. Дальше прогулялся, может, что-нибудь нашел. Блин, ну это реально уточки из этого. Блин, да прям вот вылетело название из головы. Так, что еще где есть у нас?
Как будто где-то что-то большое. Блин, аккуратно. Ты ангел Поппи. Ты здесь, чтобы спасти нас. Мне нечего больше сказать. Не здесь. Ангелочек, ты в домике Кота Дремота. В их доме. На тебя сейчас уставились миллионы глаз. Они наблюдают и ждут, умирая от голода. Они только мечтают, чтобы пробраться тебе под кожу. И сожрать тебя кусок за куском. Кусочек за кусочком. Чтобы заполнить пустоту внутри себя. Это существо, Кот Дремот, прототип для него бог. И так он расправляется с эретиками. Эти игрушки-малютки по пятам следуют за Котом Дремотом, чтобы избежать той же участи. Зато им перепадает еда. Мы пытались бороться с этим, избавиться от власти прототипа. Я последний из улыбающихся зверят. Слушай, тебе надо отсюда убираться. Тебе нельзя умирать. Вы с Поппи можете все исправить. Покончить с этим безумием, с пытками, с... О, нет, нет. Чуть-чуть. Оставь меня, прошу. Обалдеть, уходи, беги. Ой-ой-ой, братан. Брат-братан, братишка. Сжечь это место! Поднимайся! Ну и чё, блин, мне сейчас по-новому его слушать, что ли? Просто пошёл не в ту дверь. Не та дверь. Филипп одобряет. Так. Пойдем-ка. Так, то есть он полезет? И скорее всего он туда вниз упадет. Я потом вниз пойду. А, во-во-во, ништяк. Хорошо, что так все это сделано. Да, он по-любому поползет и здесь провалится все. Ползи! Кто ты там, пеклопес? А, то есть нет, да, смысла? Так не работает все это дело. Я вас понял. Отдых окончен. Поднимайся. Wake up, мистер Алекс! Wake up! Так, а куда деться-то? Как мне эту штуку проломить или что с ней сделать? Дверь у меня сюда закрывается полностью. Делать-то, блин? Может, попробовать застрелить? Оп! А что, так можно было, что ли? Да это уже не пахало так. Бежать! Лежать! Бежать! Бежать! Так. Давай прощаться с тобой. Бобби, обнимашки. Где ж твои целовашки? Да не туда! Поворот не туда. Эти души заслужили покой. Поднимайся. Так, ладно, давай опять пошли. Я все-таки не понял, а как она так провалилась? Она то не провалилась, то проваливается. Как-то странно сделано. Just
Мне надо свалить, братан. О, теперь сразу нормально. Так дела можно делать. Бежать! Бежать! Лежать! Бежать! Так, я там, видимо, поворот перепутал. Да ё-моё! Подожди, а здесь тоже тупик в этом поворотике? Я не стану ждать. Никто не станет ждать! Поднимайся. Так, моя попытка номер 5. А я бегу опять. Опять. О, как задолбал ты меня. Забыл, как тебя звать. Пекло-пёс! Так, давай, бежим. А мы бежим опять. Нам ведь нужно брать и убегать. Так, первое тупик. А, вторую налево можно было. Откройся! Бежать! Иди нафиг! Пошел вон! Юху! Горочки! Все, я ушел. Пеклопес! Выходи! Да ё-моё, с другой выходит. Чик! Пеклопес! Пошел ты нафиг! Пеклопёс говорит, апорт! Беги, не останавливайся! Почему ты просто стоишь? Тебе нельзя здесь оставаться, нельзя! Ясно, понятно. Так, а я все, ухожу отсюда или дальше с ним что-то буду делать? Покатились, буква П закрутилась. Буква П крутится, лайки мутятся. Ты как? Травм нет, руки-ноги на месте. Как же я рад, что с тобой все нормально. А то каждый раз так жаль, когда здесь умирает кто-то из моих друзей. Как тебе алтарь? Это код Дремот смастерил для прототипа. Понимаешь, до того, как код Дремот стал таким, он пережил какой-то несчастный случай. Он чуть не погиб, говорят, прототип спас ему жизнь. А сам за это поплатился свободой. Для кота Дремота прототип супергерой, который спас это место. Так что в глазах кота Дремота прототип прямо как бог, и кот Дремот убивает всех, кого видит. Если не будем осторожны, он и нас прикончит. Этот алтарь — жутчайшее зрелище. Но это только имитация, в реальности все куда страшнее. Кстати, мы почти закончили. Я отправил тебе новый ключ. Вместо этого ты пойдешь в кабинет советника. Такой себе вариант, ну, горючего должно хватить. Если можно запустить генератор и вставить шнур в разъем, значит, миссия выполнена. Только остерегайся кота Дремота. Обычно он прячется в тени, там, где свет мерцает. И он всегда преследует добычу перед атакой. Если думаешь чем-то броняться, он обязательно это обязательно отнимет. И в момент, когда ты будешь слабее всего, он тебя убьет. Кот Дремот, прирожденный охотник. Удачи тебе, на связи. Ну вот, замечательно. Так, что мне там ключ же должен послать? Рассказал тут.
кучу у меня новых истерий у меня с этими догоняшками. Так, а мне надо было притащить еще один, нет? А нет, мне просто ключик взять. Так, а куда мне теперь идти? Так, небесный купол онлайн, дом милый, дом онлайн. Школа. Мне, наверное, школу надо было еще подключить, нет? Так, а школа у меня где была? Там, наверное, тоже же такая же штука торчит, которую надо провести. Или нет? Да нет. Так, ладно, фиксим. Так, там мы были. Сюда нам не надо. Я так понимаю, нам теперь вот сюда нужно идти. Тут по-любому будет что-то очень-очень сильно интересное. Ну, погнали. Кот-дремот опять идет. Он придет, кот-дремот. А куда фиг кто поймет. Так. Странно, а мне что, вот эти штуки не надо, что ли, притаскивать? Или позже потом надо соединить? Так, ну давай-ка ищем. Так, здесь у нас газ. Здесь у нас нет нифига. Ну подожди, стой. Как-то это немножечко все странновато. Так, не надо! Да ё-моё, а! Не надо мне сюда! Офис! Офис наш закрыт! И вот такие вот дела, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! А, ну да. Слепошарый Алексей! Так, все отлично открылось. Что у нас тут есть? Кстати, странно, видик есть, а телека нету. Или где он? А? Данное сообщение предназначено для всех сотрудников Playtime Co. В 11.01 по восточному времени известная враждебная сила объявила зданиях и на территории Playtime Co. Сотрудникам немедленно приступить к аварийной эвакуации. Оставьте личные вещи. Не взаимодействуйте с враждебно настроенными субъектами. Если пути к выходу нет, ищите укрытие. Накройтесь подушками или одеялами и сохраняйте молчание. Не смотрите в окна. Никому не открывайте дверь. Избегайте зрительного контакта с кем-то. Просто с кем-то. Открой дверь, и наступил час радости. Вот такие вот часики радости. Часики крутятся. Алексею мутятся. Подожди, а если меня отсюда вытащить? Наверное, это все именно так будет работать. Ну, хоть по помещениям походить. Нифига себе, тут компов сколько. Может, оперативку себе домой захватить? Ну, а что, зря пришел, что ли, или что? Помогите! Как-то вот туда мне сильно не хочется идти. Мария Ашакан. А, главная школы. Голова школы. Глава. Голова. Музыка такая играет, расслабляющая.
Так, а это у нас что такое тут начинается? О! Это кто был? Это кенгуру был или кот Дремот? Кот Дремот. Он куда-то к нам придет. Так, ладно. Хорошо, допустим. Беги! Не хочу я бегать! Эдуарда Галла. Банзабани. Так, ну ладненько. Ладненько, прохладненько. Что же есть у нас здесь? Вот такая вот здесь жесть. Так, мне наверх, здесь не открывается, да? Видимо, да. Ну-ка, пошли. А мы пошли опять. Будем прыгать, кота Дремота искать. Так, отлично. Что-то нифига себе, у них тут всякие пещеры и так далее. Сколько вы денег-то сюда вбухали? Прям в натуре, ходить не переходить. Так, что-то куда-то, видимо, подсоединять буду, или что? Или прыгать? Наверное, надо здесь как-то прыгать. Или, может быть, не получится прыгать, без понятия. А почему я в любом месте не могу прыгать? Почему там именно питание должно быть? Тоже непонятный вопрос. Это все странно. Странно и интересно. Так, ага, вон о чё. Так, а чё я этой-то? Чик, погнали. Так, вот как раз первый сюда. Или чё, или как? А нет, сюда нам надо доставить электричество. А где его взять? Что-то работает, ты не хочешь опять. Вечно у меня нифига не работает здесь. Ну вот же, все, соединяю тебе. Че тебе не это, че тебе не так? Ерунда какая-то. А, за эту фигню. А, точно, здесь же эту фигню врубаю, точно. А, мне надо было сначала этот сделать. Все, ладно. Так, давай сюда эту. Все, точно. Я же эти точно обматываю вокруг, чтобы это. Здесь у нас все было. Точно, точно. Опа, полетели! Так, а это что куда? Это мне назад, чтобы ходить, или что? А зачем? А для того, чтобы что я это делаю? Можно уточнить этот маленький вопросик или нет? Второй активирую. Так, ладно. Опять пошли. А, мне, наверное, надо потом просто назад вернуться. Когда два обошел, чтобы той фигне соединить. А чё я не допрыгиваю-то? Да и фиг с ним. У меня рука, интересно, бесконечно длинная или нет? Ага, к той штуке-то я не подсо... А-а-а. Наверное, да. Так, я и с той стороны не могу цепануть. Получается так, получается так. То есть мне надо две обойти. Может, мне надо вот, я не знаю, на какую-то эту штуку залететь. А
могу сюда запрыгнуть. А толку-то от того, что я запрыгну сюда, нету нифига. И туда я никак не достану. Все. Я сломался. Зачем я тут активирую? То есть куда-то такое место я запрыгнуть отсюда не могу. Дальше я туда никак не пройду, походу. На лестницу же я не могу цепануться. Да нет, вроде, не могу. Сложно, сложно. Ничего не понятно. Наверх сюда я тоже не могу к той фигне цепануться. Никак. Может, у меня первое активировано. Так, и длина у меня тоже ограниченная на самом деле. Так, что я делаю? Зачем мне это сейчас? Подожди, а если... Нет. Как если? Если так, так не сработает. А-а-а! Подожди, все. Я все понял, я все понял. Я, как обычно, дурачок Алексей. Дурачок Алексей. Так, давай пошли сюда. Теперь отсюда мы по новой запускаем этот. Здесь подрубаем. Идем сюда. Сюда залази. Во. И все, что надо, мы врубаем. Ну, бывает. Бывает, затупливаю иногда чуть-чуть. Так, все, отлично. Дело, как говорится, сделано у нас. Дело сделано у нас. Мы пойдем вновь в первый класс. Будем двери открывать. Над училкой угорать. Так, все, вот это, наверное, мне надо было отпустить раньше, а то хрень, я очень просто ушел уже непонятно куда, электрик от бога, Алексей. У меня с лидисом с детства все просто, я его трогаю, он у меня бьет. Так и живем. Так, здесь что, ничего такого нету? Стелла Грейберг. Ничего интересного не пропустил. Здесь мухи аж уже летают. Ну, чуть что, я здесь, на говно летят. Так что нормально все. Так, кассету надо бы найти. Вот и кассета у нас есть. Причем на самом видном месте. Ну-ка, ну-ка, что нам там расскажут, интересно? Хоть парнишка. Ах, мистер и миссис Хартман, прошу садитесь. Как вам путешествие под землю? Такого мы не ожидали. И слова мистера Людвига еще раз убедили нас, что мы хотим остановиться именно на вашем интернате. О да, у нас тут волшебник. Я ощутила это, как только переступила порог. Ты только открываешь двери приюта и уже понимаешь, что ты отсюда уже никуда не уйдешь. Напоминает чувство, когда ты еще ребенок, находишь свой дом, и мысленно возвращаешься к нему, чтобы успокоить тревогу. Ну, как я вижу, намерены подарить Джереми дом. Да, мы готовы к оформлению опеки. Прекрасно, вы станете идеальными. Ох, что? Возникли кое-какие сложности. Сложности? Какие такие сложности? Не знаю, в форме написано «тест». Что это значит? Скажите, что это означает? Мисс Грейбер, нам кажется, мы заслужим адекватных объяснений от вас. Разве нет? Вы же руководите эти процессы, как вы можете не знать? И почему мы узнаем об этом в день этого? Я не знаю, прошу прощения. Это, типа, может быть, и есть тот парень, который стал, может, прототипом, еще что-то, я без понятия. Сложности, тест. Ну, там как раз же кого-то забирали, но, походу, я как понял, его там
не на приют забирали, все попрощались. И типа и с ним что-то потом, видимо, произошло. Нафиг я вообще сюда заходил? Для того, чтобы что? Кассету почитать? А, мне, наверное, ключ нужен. А ключ, наверное, где-нибудь здесь лежит. Или нет? Так, мне нужно найти ключ, правильно? Ну, наверное, правильно. И где же, интересно, он может лежать? То есть все везде нужно обыскать или как? Непонятно. Так, ну там явно ничего нету. Ну, кстати, записками реально что-то кучу записок прям пропустил, куда-то дел и остался не у дел. Где ключ? По идее, на столе бы где-то лежал. Или мне его откуда-то притянуть надо? Да. Как говорится, жили мы бедно, нас еще и обокрали. Все по старой классике. Playtime Co. Дела, дела, делишки. Такие ребятишки. Не, ну всяко же мне ключ нужен. То есть назад, назад я не могу пойти. Потому что сзади там все. Там оттуда я заходил. То есть он по-любому находится не там. То есть по всей логике ключ в любом случае находится там, в классе. Ну, в офисе, в этом. У Стеллы Грейбер. Вопрос только где? Да ё-моё. Опять началось. А, ключ, наверное, выпал, да. Действительно, действительно, действительно. Вот так вот ходишь, ходишь, ходишь. Куда-то ты переходишь. Приветик, я Хитророк. Поможешь мне с картиной? Передай Сири. Спасибо. Может, немного красного? Больше красного. Выйти? Нам нельзя наружу. Ты прячешь красный цвет? Знаешь, что да. Отдай сюда. Ах, так гораздо лучше. Так, ну ладно. Тын-ты-тын, тын-ты-тын. Так. Мне, видимо, сюда. Или сюда. Ну, мне куда-то. Хитророк, Хитророк. Рядом там есть кот Дремот.
Так, все, двигаемся, двигаемся, идем, идем опять. Дальше мы проходим. 3, 4, 5. Так, я думаю, мне здесь маска нужна. Та самая комната, где кукла гуляла. Погуляла кукла. Взяла все, прогуляла. Ой, не-не-не-не-не. А то у меня же сердечко-то забилось-то быстрее. Было бы чем убиться-то. То, что мертво, биться не может. Плейхаус. Грег. Фекты. Фектау, не знаю. Опа. Вот это я удачно зашел. Конечно же, мне кажется. Так, подожди-ка. Здесь такая же, да? Да. Так, а здесь заперто. Ясно, понятно. А здесь холодильник. Так, ну это не работает нифига. Энергии у меня нету. Блин, еще реально в этой маске не видно нифига. Так, а точно, точно, ё-моё, а. Постоянно туплю на этом моментике. Так, и чё, и нафига я дал энергию? Для того, чтобы что? Что мне это дало? Энергия у нас идет. Видимо, туда дальше она пройдет. Так, здесь мне ничего не надо. Подсветить себе хоть чуть-чуть тут все. А что надо-то? Куда она идет тогда? Ну, типа, три этих. Все, подается. А куда что подается-то? Зачем? Откройте! Откройте, пожалуйста! Я что-то где-то в потолке опять пропускаю. Что-то где-то пропускаю, как обычно. Непонятно где и непонятно что. Алло. Алло. Чем я батарею ставил? Чтобы шло туда. Как мне открыть дверь? Непонятно. Может, какой-то другой проход есть, например. А все, я начинаю как будто клаустрофобию метаться туда-сюда. Помогите, помогите. Что случилось? Все дела. Я же не должен их без собой соединить-то. Ну, в смысле, если электричества все равно нет, какая разница? Где и что я пропустил? Подожди, а может быть там же, где я взял... Зеленая ездить на потолке. Я ведь сюда не могу выпрыгнуть. Или я дверь могу открыть? Нет, дверь я не могу открыть. Ну и, соответственно, и выпрыгнуть я, наверное, тоже сюда не могу, да? Правильно же? По-любому правильно. Прям стопудово, я бы сказал. Как будто фобию попал. Так, ищем, ищем и опять. Вот эти штуки у нас есть. То есть их мне везде надо было открыть. Но где основная зеленая? Вот этот вопрос непонятен. С которым мне энергию питать. Типа энергию дал. Здесь у нас просто закрыто.
Так, сюда я просто упал. Здесь тоже цепляться не к чему. Эта штука у меня всего одна здесь. Я реально не понимаю. Как-то очень странно. Что мне надо здесь сделать? Я тупой. Сюда я тоже ничего не могу сделать. С каждой комнаты кабель идет. Но это я понял. Я же не должен просто закрыть. Держите закрытым. Сложно, сложно. Держите закрытым, блин. А чё я вообще питаю, для чего? Для того, чтобы что? Ну вообще ништяк. Вот это я сейчас сделал, конечно. А, он просто тут появляется, я понял. То есть его можно, короче, проэтовать. Умудриться. Не, ну ладно, хорошо, тут этот момент хоть продуман. Вот это не может не радовать. Как тебе решить загадочка-то, ты моя? Зачем я вообще их сюда вставляю? Вот этот вот вопрос непонятен. Ну, типа, я даю энергию, и чё? Дальше-то чё? Хранить закрытым. Не ясно и непонятно. Вот здесь я просто ерундой занимаюсь, потому что мне заняться нечем. Какую-то я деталь упускаю здесь все-таки. Я не могу понять, какую. И где. Так. Вот есть же питание. Зачем оно у меня есть? Дверь вообще просто закрыта. Ну то, что я вставляю батарею, у меня вообще ничего от этого не работает. Хотя такое чувство, что у меня должны были эти врубиться. Почему-то мне кажется. Почему-то мне кажется так, что настиг меня вот такой вот пустяк. Неясно и непонятно. Не, ну все же везде нормально было. Почему косяк именно только здесь? Вот что я врубаю? Где? Зачем? Для того, чтобы что я врубаю? Даю питание и что? Ну, то есть до этой штуки я додумался, а вот дальше что мне надо делать, я чуть не могу понять.
Зачем я это делаю? Вот где я что врубаю? Вот вообще ничего не меняется. Того, что закрыто, либо не закрыто. Ну, в одной комнате мне специально показывают. Либо где-то есть зеленый, который я просто не вижу. Фига я тут без маски, чую быстро офигею. Может, что-то реально пошло не так? Мало ли. Ну, вы угораете, что ли? Вы меня сюда аж закинули? Так, ну ладно, ребят, раз сюда закинули, тогда в следующем выпуске это продолжим проходить. А если вам нравится Poppy Playtime, не забудьте поддержать лайком и комментом, друзья. Написать, ждете ли вы продолжение или нет. Я думаю, там осталось, наверное, буквально, может быть, на один выпуск. И все, наверное, и закончим. Надеюсь. А может быть, на два еще выпуска, я без понятия. На этом все, ребят. С вами, как всегда, был я, Леха Смертник. Не забываем подписаться на канал, написать комментарий, поставить свои лайки, друзья. Если ждете, не смотрите предыдущие серии, также выпуски других игр. Все, ребят, всем удачи, всем пока. Всего хорошего. Давайте, ребят, увидимся. До связи все. Всем пока.